Казахстанцам показали уникальную коллекцию китайских экспонатов, которые собирали на протяжении почти века. Многие произведения искусства выставлены на всеобщее обозрение впервые за много лет. Представлены картины, скульптуры, предметы быта и одежда, созданные за 4 столетия. Экспозиция «Искусство Китая» открылась в музее имени Абылхана Костеева. Всего выставлено 70 работ. Среди них особое место занимают художественные изделия из бронзы. Техника обработки этого металла в Поднебесной не имела аналогов. На выставке можно увидеть традиционные сосуды, предназначенные для жертвоприношения предкам. Также представлены скульптурные изображения Будды. Еще Китай с древних времен известен своей неповторимой вышивкой. Среди экспонатов имеется халат императорский с изображениями золотых драконов, изготовленный в конце 18 века. В экспозицию вошли и графические произведения художников. Наиболее ценными являются работы, выполненные на рисовой бумаге. Отмечу, предметы китайского творчества в музее начали собирать с 1935 года. В фонд вошло несколько сотен экспонатов из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть также работы из частных коллекций. Только сейчас специалистам удалось сделать описание всех экспонатов и впервые выпустить каталог. Мы каталог выстраивали по такому принципу. Каждый вид искусства, вид прикладного, там, допустим, бронза, керамика, или и фарфор, и керамика вместе, потом вышивка. Каждому разделу я писала статью, писала общую статью и небольшая такая информация о каждом произведении. То есть откуда поступило, даже размеры, техника, и все это описывается в каталоге. Китайское искусство, оно очень интересное.